Приветствую вас, уважаемые партнеры! С вами снова я, Алла Волкова. В этом уроке мы рассмотрим тему, как спрятать свою реферальную ссылку с нашего сайта нового, чтобы ее не заспамила ни одна социальная сеть. Реферальная ссылка – это ссылка, по которой ваши кандидаты регистрируются в наш проект. Для начала найдем ее на нашем новом сайте. После того, как ваш аккаунт будет активирован, вам на почту приходит письмо с темой «Ваш аккаунт активирован». В нем есть ссылка на сайт. Проходите по ссылке, вводите свой логин и пароль. А затем в правом верхнем углу есть вкладка «Профиль». Кликаем левой кнопкой мышки. И нам открываются наши данные, наш профиль. Копируем ссылку после слов. Ваша страница доступна по ссылке. Вот она. Копировать можно на сайте только правой кнопкой мышки. Выпадает менюшечко. И нажимаем «Копировать адрес ссылки». Копируем в чистый документ. Я себе уже скопировала. Выделять и копировать любой материал с сайта запрещено, и у вас просто не получится. Еще рекомендую отредактировать информацию о себе. Вот здесь это можно сделать. Загружайте свою самую лучшую фотографию, которая вам очень нравится. Пишите свою мини-историю. Пишем взвешенно, внимательно, потому что эта информация будет обязательно просматриваться вашими будущими партнерами. И, в принципе, иногда от ее содержания зависит их решение, придут они к нам в проект или нет. Поэтому все продумайте досконально. Итак, перейдем к основной теме. Заходим в blogger.com. blogger.com. Я думаю, что у вас уже у каждого есть аккаунты на Gmail. Если нет, то есть ссылка на мой урок «Как создать и настроить свой блог для чайников». Попросите у своих спонсоров и лидеров. Нажимаем «Создать новый блог». В заголовок ставим призыв к действию. В принципе, эту фишку мы будем делать, если мы будем ссылку на блог-прокладку ставить себе в статус в Одноклассники. Это очень хорошо помогает. Напишем, например, «Выбирайте сейчас финансовую свободу». Адрес ставим какой-нибудь коротенький. И создаем блог. Вы видите, блог создан. И нажимаем «Написать первое сообщение в блог». Для того, чтобы создать первое сообщение в блоге прокладки, мы выбираем заранее подготовленные картинки, наиболее подходящие к вашему бизнес-предложению. Нажимаем на пиктограммку «Вставить изображение». Выбираем «Файлы». Вот мои картинки. Нажимаем «Открыть». Они загружаются. И в конце концов нажимаем на «Добавить выбранные изображения». Изображения добавились. Нажимаем на публикации. И нас перебрасывают в основное меню блога. Теперь переходим к самому интересному. Переходим в пункт меню «Шаблон». Нажимаем «Изменить HTML». И у нас появляется вот такой вот скрипт. Вот такой вот код странички, HTML-код. У меня здесь уже вставлен наш скрипт.
Я вам его покажу. Поставьте на паузу и перепишите вот все, что написано большими буквами. Вместо слов «ваш сайт» вы вставляете свою реферальную ссылку, которая у вас во вкладке «Профиль». Вставили сюда ссылку, скопировали. И переходим в тело документа. Ищем первый заголовок. Head. Обычно это первый абзац. И после него сразу идет отступ. И в фигурных скобочках слово head. Вот перед ним вставляем этот скрипт, уже измененный, уже с вашей реферальной ссылкой. Нажимаем «Сохранить шаблон». И переходим в настройки. Можем сразу проверить. Нажимаем «Просмотреть блог». И у нас все работает, нас перебросило по нашей реферальной ссылке. Опять переходим в блогер. Переходим в блогер, нажимаем настройки. У нас здесь уже все сохранено. Нажимаем настройки. И вот в основном копируем эту ссылку. Эту ссылку вы подставляете везде, где вы даете ссылку на регистрацию в наш проект. Либо, если вы хотите, вы можете поставить в статус в Одноклассники. Давайте проверим, как это будет смотреться в Одноклассниках. Для этого переходим на свою страничку. В этом зеленом поле, там, где «Добавить заметку», сразу вставляем ссылку. Как вы видите, текст ссылки пропал. Зато появился наш призыв к действию. И здесь можно выбрать картинки. Те картинки, которые вы подобрали к вашему бизнес-предложению. Я хочу поставить леди в красном авто. Теперь для того, чтобы поставить эту ссылку в заметку, нужно добавить текст. Добавляем текст любой, который вы уже подготовили, и нажимаем «Поделиться». В итоге вы можете проверить, как это работает, как ваши кандидаты, будущие партнеры, куда они будут переходить. Нажимайте на ссылку, на призыв к действию, перейти по ссылке. И, как видите, все у нас работает. Это моя реферальная ссылка. Всегда проверяйте. Если заспамят эту ссылку, вы можете либо просто создать новый блог, либо еще проще в настройках этого же блога, который у вас уже есть, да, поменять вот это вот начало. И он у вас уже будет не заспамленный. Когда человек нажмет «Прочитает всю информацию», перейдет во вкладку «Обо мне», «Почитает о вас», и потом решит зарегистрироваться, он нажмет на кнопку «Принять участие в проекте», заполнит данные, и у вас появится новый партнер. На этом все. Благодарю за внимание и надеюсь, что данное видео будет вам полезным.